потише. А вот внизу на набережной Дуная сразу несколько сакральных зданий. С левой стороны центральная протестантская церковь Будапешта. Их очень легко узнать, протестантские церкви, по той символике, что башню украшает, точнее венчает не крест, а Вифлеемская звезда. Рядышком двухбашенная церковь, это одна из самых красивейших барочных церквей города, церковь Святой.